Добрый вечер, дорогие друзья, в эфире утренняя передача «Сделай сам». И сегодня в этом ролике я попытаюсь написать песню в стиле Lil Peep. А перед тем, как посмотреть этот ролик, пожалуйста, поставь лайк и подпишись, чтобы пропустить все самое важное. На самом деле, я уже записал эту песню и постараюсь сделать разбор для вас, чтобы вы смогли сделать точно так же. Ну что ж, давайте приступим и перейдем в наш любимый Fruity Loops. Для того, чтобы написать бит, нужен сэмпл, грубо говоря, фоновая мелодия. У Lil Peep'а это зачастую электрогитара. Можно отыскать сэмпл на Лупермане, например, или в баках. Короче, мне не нужно тырить сэмпл, ведь у меня есть электрогитара. Для написания сэмпла я использовал аккорды C и EM. В итоге получился чистый гитарный звук, который нужно обработать. Прежде всего это лимитер, чтобы убрать ненужные шумы на фоне, и эквалайзер. Ну и самое главное это, конечно же, гитар-риг. При помощи гитар-рига мы получаем отличную цифровую обработку, ничем не уступающую аналоговой. Для этой гитары идеально подойдет пресет Arpeggio Delays. После нужно добавить немного ритма. Для бита сделал такой рисунок, предварительно натыкав какой-то кик, какой-то снейр и какую-то перкуссию. Хай-хэт расположил отдельно на отдельном паттерне для того, чтобы убирать его или добавлять в каких-то местах. Если совместить, получается уже очень интересная картина. Одна из самых важных вещей в треках Lil Peep'а это 808 бас. У меня он выглядит следующим образом. Особенная черта для всех треков Lil Peep'а это то, что бас очень протяжительный и глубокий. Все это недостаточно мрачным, и я решил добавить какой-нибудь очень тяжелый низкий пад. Также давайте добавим наши хэты и послушаем теперь. После всего этого осталось записать сам lyrics на английском языке и записать вокал. Единственное требование к тексту это то, чтобы он был максимально грустным. Отличительная черта записи вокала Lil Peep'а в том, что у него присутствует сразу несколько дорожек, которые накладываются друг на друга. Это создает мощный эффект хора. Во время обработки стоит добавить какой-нибудь distortion или wave shaper для расщепления голоса. У Lil Peep'а особенный тембр голоса, и я, скорее всего, не смогу повторить, но попробую. Come girl, watch the shooting stars night with me.
Большое спасибо всем, кто посмотрел это видео. Получилось похоже или нет, решать вам. Также у меня есть небольшая просьба. Напишите, пожалуйста, в комментариях идеи для моего ютуберского никнейма. Вы можете мне очень сильно помочь. Всем хорошего дня и счастливого настроения. Пока!